Сегодня мы будем ходить по магазинам. Да? Да. Да. Будем ходить по магазинам. Почитаешь? Найди что-нибудь. Да. Непонятное, будешь объяснять. Вчера наша группа была в магазине. Но? Мы решили купить печенье. 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 Да. Фрукты, конфеты и вино, потому что вечером мы хотели посидеть вместе, поговорить по-русски. По-русски. Потанцевать и послушать музыку. Музыку. Рамон хотел купить испанское вино, но Клаус сказал, что французское вино лучше. Мы купили итальянское вино, потому что оно дешевое. Хусейн Донган выбирал конфеты. Так, хорошо. Продавец. Ну что, тут непонятное есть? Что? Подожди, как? Испанское что такое? Испанское вино, что это такое? Не знаю, Испанское вино, это дешевое. Да. Вино-то недорогое, да? Вино-то на дат? Вино, ну, кто говорит, да? Вино это самое дешевое. Вино, да? Что ты говоришь? Да, но да, 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 вино. Пиво, да, 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 вино, да, вино. Вино это взрослые пьют, это же дяди, тети. Но тебе тоже пиво нельзя. Да? Пиво тоже тебе нельзя. Да? Все понятно. Ну? А, висят на. Они, да? Не ты маленьком. Máy em bị điên rồi thầy ơi. Vì sao đấy? Hình như nó bị cái gì rồi ấy. Nó bị làm sao? Ồ cái màn hình của thầy để sang một bên rồi à? Không. Vấn đề đúng đấy. Sao? Ồ, hay có khi nào em máy em bị lỗi cái gì không nhỉ? Em chả nhớ sao nó lại bị. Bị như thế nào? Quay ra để ra xem nào. Máy nó bị cái màn hình nó điên rồi. À. Em để em kiểm tra lại máy xem nào. Ok, kiểm tra lại đi. Đi lên đốt máy đi. Em khởi động lại máy đi. Khởi động lại. Nhé. Rồi, mày quá. Rồi được rồi ạ. À, được rồi, ok. Đó. Máy em tự nhiên lại bị điên. À. Хорошо. Да. Ну что? Давай. Дальше читаем. Рамон хотел купить, что, испанское вино, да? Да. Это что такое испанское? Испанское. Испанское лази? Ла и, ла нước Tây Ban Nha, rượu Tây Ban Nha. А, Tây Ban Nha, окей. Так, французское là của nước nào? Да. Французское là của nước nào? Французское, Pháp, хорошо. Итальянское là của nước nào? Là của Ý đó. Ý. Так, хорошо.
Так, хорошо. А почему итальянское решили купить вино? Потому что оно... Потому что дешево. А, потому что оно дешевое, да? Дешевое. Да. Дешевое, да? Так, хорошо, давай конфеты выбираем. Так. Конфеты, что вы хотите? Я хочу купить... Невкусные, Вкусные, красивые красивые и и недорогие недорогие, конфеты. дорогие, а недорогие. А, ขอ เปลี่ยน ít mà đòi đòi của ngon là sao nhỉ? И вкусные, и красивые, да? И недорогие. Бывают такие, да? Конфетки. Да? Так. Эти конфетки очень вкусные и недорогие, да? Посмотри, сколько они Да, стоят, сколько они tiền стоят? tiền ít mà Ну? đó. Да, Сколько они что? стоят? Коробка конфет, сколько стоит? О, 10 рублей. Да. Какая цена, да? Какая цена? Да. Giá rẻ thế, có hai củ ghi tai đấy. А, 10 рублей. Ghi tai đấy. Китайская конфетка. Да. 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 А большая? Большая И... сколько? Большая Ôi сколько? giời ơi, 22 rút, Да всего 22 21 nha. рубля, да? Всего 22 рубля. 22 nha. Да, посмотри еще, посмотри. Дайте, пожалуйста, еще одну маленькую коробку. За 10 рублей торт и печенье за 13 рублей. Смотри, торт. Торт, да? И печенье. Торт и Печенье печенье за за 13 рублей. 13 рублей. Sao rẻ thế nhở? Конечно, это же Tiền ít СССР. mà của nhiều à? Да. Пожалуйста, с вас всего 45 Hơn рублей. Всего 45 рублей. Sofia đúng không? А? Это hơn Sofia. Всего 45 рублей, да? Да? Да. Да, всего 45 рублей. Всего, там коробка конфет, да? Еще что? Коробка конфет за 10 рублей, торт. И печенье за 13 рублей, видишь? А всего 45 рублей всего, да? Спасибо, это же ты Том ходил, покупал, да? Да. За это время Том и девушки выбирали фрукты. Так, что спрашивает? Какие фрукты ты любишь? Я люблю виноград. Виноград, да? А тут что покупают? Что тут они покупают? Они покупают Ой, ой, Я все люблю, да? перс, Персики. họ thích, да, Персики. персик, Да. là quả gì đấy Персики. Персики là quả đào. Quả đào đấy. quả Quả đào, đào. Персик. Персик, đấy. Quả đào. персики. Персики, quả đào. Так. А вот девушка Сирпа, что ты любишь? Сирпа. Сирпа, спрашиваем. Сирпа, что ты любишь? Что она говорит? Она Она все говорит, любит, да? она все люблю. И ей нравятся все фрукты. Да. Вот, и я очень люблю апельсины. Том очень любит апельсины, да? В Америке Апельсин. все едят апельсины и пьют апельсиновый сок. Это правда? Да. Да, прекрасно. Можно купить килограмм персиков, 2 килограмма бананов и апельсиновый сок. А, да? Смотри. Купить 1 килограмм персиков, да? 2 килограмма Да. бананов, да? И апельсиновый сок. И всего стоит 303 рубля, да? Ой, ой, Сколько? ой. Это Китай. Да, это Китай. Это Китай.
Да. Купить один большой банан. Сколько он стоит? Вот, решили. Ой-ой-ой. 18 рублей. Да? Один большой Ой-ой-ой. банан. Один большой банан. Китай банан. А, китайский. Нет, ананас. Не банан, Банан. ананас. Большой ананас. Да? Большой ананас. Ой-ой. Один большой ананас стоит всего... Ананас là quả dứa mà sau một quả dứa to ở Việt Nam mình bán phải ba mấy nghìn đấy chứ. À đâu, À, chắc phải 100.000. quả dứa ở Việt Nam á? Ở Việt Nam á? Vâng, chắc phải trăm. Quả dứa ở Việt Nam mình 5.000. Ôi giời. Quả nào to thì 10.000, quả nào bé 5.000. Sao Joseph quá vậy? Thầy hay đi đi ra chợ mà mua hai quả dứa, thường thường cứ mua hai quả dứa người ta gọt sẵn rồi mất có 20.000. Đấy. Rồi, Đấy. bằng bằng không bằng Đấy là một bữa mình lười gọt đấy. Thế còn nếu mà mình mà chịu khó gọt, mình ra mình mua luôn của cái người bán quả dứa mà chưa gọt ấy thì còn rẻ nữa đấy. rẻ. Quá là rẻ luôn ấy đấy. Так, ну хорошо, значит они взяли ананас, да? Да, и все. Так. Ну и что у них есть? Что у них есть? Маленькая коробка конфет. Торт. Есть Торт. маленькая Коробка конфет конфет. и Торт. Печенье. торт, И печенье печенье. и И вино. вино, ананас. И на ананас, да? За 18 рублей, да? Так. И вот и вечер был прекрасный, да? Плохо праздник. И праздник получился, да? Плохо праздник. Почему плохо? Потому что немного Как немного? ед. А зачем? Самое главное музыку слушать, поговорить и конфеты покушать и потанцевать. И праздник получился хорошо. Да? Я люблю. Ну, что ты любишь? Я люблю. Ну, что Я ты любишь? люблю. Ну, люблю, это нравится то же самое, да? Я люблю и мне нравится. Можно говорить мне нравится или я люблю. Я спать. Ну, что ты любишь? Сплю. А, ты спать? Я люблю Любишь сплю. спать? Да. Сейчас хочешь спать, да? Да. Я смотрю, ты уже спишь. Ну. Сегодня что? Сегодня вот тут не солнце. Нету солнца, да? Да. Нету солнца. Ну. Сколько там градусов? +16. +16? Не было. Да. Серьезно? Там +16, так тепло, да? Или минус? Нет, -16 Минус тепло. 16, да? А, минус 16, это тепло. Да. Да. Это очень тепло. А у нас очень Да. холодно. У нас очень холодно. У нас сейчас плюс 15. Все замерзли. Вот там каноэ. Да. Плюс 15. Ở Việt Nam em chỉ hiểu sao cứ 10 âm cứ không độ cái là người ta lại bảo là lạnh lạnh lạnh, Đúng rồi. em thì không thấy lạnh. Ừ. Và Việt Nam mình nôn градусов, это вообще уже страшная зима. Это нормально. А, это нормально, да. Нормально. Ну. Ну, почитай шутки. Сколько будет 4 и 6? 15. А 12 и 7. 28. Скажи то-то, а кто?
твой отец? Кто твой отец? Официант в ресторане. Ну, понял? Понял? Суть. Суть понял? Ну, почитай. Вот сколько будет 4 и 6? 4 плюс 6 это сколько? 4 плюс 6 это сколько? 4 плюс 6 10. 10. А тут сколько? 15? 15. Угу. А 12 плюс 7 сколько? 12 и 7. 19. 19, а тут получается сколько? 28. Это правильно или неправильно? Это неправильно. Это неправильно. А почему ответ? Так? 28. Но, да. И кто он... получается, кто его учил? Это его отец учил, да? Это его отец учил? Да? Отец да. его учил, да? Так считать, да? Mm-hmm. А потому да. что... Почему? Потому что он официант в ресторане работает, да? Официантом. Да. Ну, и понял суть? Нет, не понял? Да. Да? Чуть-чуть не понял. Чуть-чуть не понял. Официант да. в ресторане, да? Официант в ресторане часто обманывает людей, да? Да? Ты в ресторане. Да, ты в ресторане, ты кушаешь на 12 и 7. Официант. Да? Да? А он считает 28, да? Да? Вот, например, в ресторане ты да. Кушаешь на 4 рубля и 6 рублей. И он считает 15, да? Да? Поэтому он да. И так, и сын так же считает, как отец, да? Это шутка. Тайой. Ну? Что? Тайой. Что? Sao cái điện thoại của em nó cứ kêu là kết nối mạng kém thế nhỉ? Bởi vì mạng của em kém. Thầy kể như em dùng 4G hay sao ấy. Ừ, 4G nhưng mà chắc là wifi kém thì nó báo kém. Đấy. Em hình như là em fix IP về Việt Nam nên chắc nó bị mạng kém. À, fix IP về Việt Nam á, siêu thế. Вау. Так, хорошо. Как можно разделить 5 картошек на 5 на 6 человек? Как можно разделить 5 картошек на 6 человек? Ты можешь разделить? Làm sao mà thế được? Thành số mà. Ну, вот số 5 chia được cho 6 người. Да. Как можно разделить 5 картошек на 6 человек? Надо делать пюре. Отличный ученик. Пюре. Что такое пюре, знаешь? Ну? Нет. Пюре. Нет? Не знаешь? Картофельное пюре не знаешь? А я тебе покажу. Картофельное пюре. Ну, 5. Пюре. Ты не можешь разделить на 6 человек, да? Поэтому он делает картофельное пюре, да? А картофельное пюре. Пюре, да? Картофельное пюре. Вон. Видишь? Вот смотри, картофельное пюре, что такое? Вот. Видишь? Хватай. Хватай зи дай. Хватай ньен. Лам хватай ньен, ты мы чия дёк. Нам ку хватай không чия дёк cho 6 người, thì лам хватай ньен, thì sẽ чия дёк. Đấy. Đấy. Hiểu chưa? Có phải không? Đấy, khi làm nghiền nghiền nó ra à, nghiền nó ra thì sẽ chia được đó. Chia được cho bao nhiêu người chả được đấy. Đấy, хорошо. А так, чуча говорит, вот тебе конфета. Вот тебе конфета. Спасибо, чуча. Молодец, Петя. Мне нравится, когда мальчик говорят спасибо. А если вы хотите услышать спасибо еще раз, дайте мне еще и яблоко. Ну, что это значит? Мой
Интернет не работает. Твой интернет не работает? Я Да. вижу тебя, и хватает. Но я вижу, что хватает. Да? Thầy hồi nãy thầy nói nó cứ giật giật kiểu gì ấy, nó không có À, nghe. nó bị giật giật. Bây giờ mạng nó yếu, nó giật giật đấy. Так, хорошо. Ну, ты хоть читаешь шутку? Да. Да? И Вот что? тебе конфета. Да. Спасибо, тетя. Тетя. Молодец. Молодец. Петя, Петя. мне нравится, когда мальчики говорят спасибо, Спасибо. если вы Хотите услышать? хотите услышать спасибо еще Еще раз, раз. дайте мне еще и яблоко. И яблоко, да? Да? Да. Да. Ну ты понял суть? Сутки. Шутки. Да. Да? Что? Тетя хочет слышать, как мальчики говорят спасибо. А он говорит, если хотите еще раз слышать, дайте мне еще яблоко, да? И он скажет еще спасибо. Спасибо. Да. Ну, день рождения, почитай, день рождения. Папа, дай мне, пожалуйста, 15 рублей, говорит. Пятя. Петя, А Петя, да? мне 20, Говорит мама, да? говорит мама. Мне нужно 40 рублей, Маша, да? говорит жена. Жена, да? А. Что с вами сегодня Что случилось? с вами случилось? Спрашивает отец. Отец. Спрашивает Отец. ла Спрашивает ла хой. Хой, Хой, да. отец, Хой. отец, Отец. Отец. Ну. like, ты забыл, Ты con nói của забыл? mày đã quên rồi à? À, ông У бố quên тебя à? У тебя сегодня сегодня день день рождения. рождения. Сегодня у тебя день рождения, да? Да. Поэтому у папы сегодня день рождения. Петя просит у папы 15 рублей. Маша просит 20 рублей, да? А жена просит 40 рублей. Для чего? Для чего? А, чтобы купить. Что купить? Купить вещь рождения. Подарки, да? Купить подарки, Да. да? Чтобы подарить папе, Да. да? Да? У человека Да, день они рождения, надо у него деньги просить, чтобы ему подарки купить, да? А когда у Em тебя thật sự день? Ну, bố когда? em Ну? chả bao giờ подарил cả. А, никогда не даришь, да? Никому. Да. Так, а когда у тебя день рождения? 1 сентября. 1 сентября, да? И тебе дарят что-то? Да. Ну вот, люди тебе Ты дарят, я. да? Вот. А у мамы день рождения тебе тоже маме подарит что-то? Нет? Em chưa được tặng cái gì, em chỉ được tặng mỗi một cái tô được tờ với một đống đồ ăn thôi. À, một đống đồ ăn đấy. Thế không tặng cái gì à? Không tặng cái đồ vật gì à? Em đòi thì mới tặng chứ còn không, còn À, thế không bây phải giờ là em. да. И что ты хочешь? И что ты хочешь, чтобы подарили? Что ты хочешь, чтобы тебе подарили? Да, что ты хочешь? Я не знаю. Ты не... Ну, Часы. да, часы? А, смарт-часы, да? Нет. Cái Нет. đồng hồ để bàn thôi thầy. Đồng hồ để bàn á? Để em để trên cái bàn học của em. À, để chưa Khi có thầy cô đến em sẽ có thể xem giờ một cách thuận lợi. à, посмотреть, когда закончится, да? Когда время, урок закончится, да? Да? Да. Ну, а что, Разве? ты хочешь, чтобы урок закончился или продлился еще дольше? Em đặt báo thức khi nào hết tiết học nó sẽ tự kêu. Ừ.
чтобы учительницу домой выгнать, да? Да. Да. Хорошо. Это неплохо, да? Нет, это неплохо. Это очень умно придумано. Да. Это очень умно придумано. А ты хочешь, чтобы урок нас с тобой закончился? Да. Да? А что ты будешь делать, если ты не будешь учиться? Ну? Ничто. Что ты будешь делать, если ты не будешь учиться? Я буду спать и играю в телефон. И кушать. Ты кушать, да. Кушать? Да. Ну, понятно. Ну, иногда учиться тоже полезно. А ты же хотел со мной учиться? Или мама заставила? Нет? Моя мама. А, мама заставила, да? Да. Ну это же мы не... А ты ла, em mò cái số điện thoại ở dưới em kêu chị em gọi. Nó vượt. Chị đang ở Việt Nam à? Она во Вьетнаме? Да? Да. Ну, понятно. А то я думал, что тетя какая-то. Đang ở bên Nhật á? Không, ở Việt Nam. Ở Việt Nam đấy. Chị em bây giờ. Đợt trước bán hàng online nhưng bây giờ thì coronavirus đã không còn đồ để bán. À, так зачем? Зачем мне звони, чтобы она звонила? Ну, ты же хочешь спать? Máy này. Ну. Что? Ôi trời ơi, máy em bị điên rồi. Làm sao? Ну что случилось? Nó lại bị điên rồi thầy ơi. Да. Nó cứ hơi tí cái là nó giật giật như thế này này. Nó giật vì mạng nó yếu. Đấy. Ôi. Nó giật muốn nổ máy luôn. Хорошо. Посмотри на экран. Вот. А есть слово уверен. Уверен. Уверен, Лази. Он уверен. Он уверен. Я не знаю. Он уверен. Она уверена. Она уверена. Они уверены. Ты спишь? Да? Так. Лази. Он уверен. Là cậu ấy tự tin. Đấy. Cậu ấy tự tin. Он уверен. Она уверена. Là cô ấy tự tin. Đấy. Cô ấy tự tin. Они уверены. Они уверены. Là họ tự tin. Đấy. Đó. Да. Да. À, đây là dạng tính từ ngắn đuôi đấy. Tính từ ngắn đuôi cho nên biến đổi theo giống đấy. Tương tự như vậy có từ saglasen. Я согласен, он согласен. Là cái gì? Согласен. Да. Не знаю. Đồng ý đấy, đồng ý. Я согласен là tôi đồng ý đấy. Она согласна, она согласна. Она согласна. Và они согласны. Они согласны. Là gì? Là cô ấy đồng ý và họ đồng ý đấy. Мы почитаем вот это вот. Что купить на ужин? Что купить на ужин? Mua cái gì để ăn tối? Я могу купить овощи. Anh có thể mua rau. А ты купи молоко и хлеб. Mua rau. А ты купи молоко и хлеб. Thì con em thì đi mua sữa và mua bánh mì đấy. Hay là ăn. Sao lại ăn tối với cái đấy? Ăn tối thế sao đủ chất được? Thế thôi, người ta ăn thế thôi. Cô vợ nói là gì? Là em có thể đi mua rau, còn anh đi mua sữa và mua bánh mì đấy. Anh chồng nói là yes, saglasen. Là anh chồng nói là tôi đồng ý đấy, anh đồng ý đấy. Так, thế còn уверен. Вы уверен đặt từ như nào? Мне кажется, экскурсия в Новгород будет очень интересная. Tôi có cảm tưởng rằng, мне кажется là tôi có cảm tưởng rằng đấy.
Em có thể nói này không? Mình như кажется. Mình như кажется. Là gì? Ôi trời ơi. Ôi trời Так, мне кажется, là gì? Ну. Có bao giờ nói thế này không? Мне кажется. Мне кажется. Là gì? Ừ? Là gì nào? Ừ. Thầy ơi, em không nghe rõ được thầy ơi. Không nghe rõ được, có nhìn thấy chữ này không? Mình nghe cái rất xa Là gì? là cái rất xa là cái gì ạ? Мне кажется, là tôi có cảm tưởng rằng đấy. Tôi có cảm tưởng rằng gì đó đấy. À, excursia. Excursia Thầy là ơi, gì? À. excursia là hình như là hướng dẫn viên Một cuộc du tham lịch à? quan đấy. À, đó là một cuộc tham quan. Excursia là cuộc tham quan đấy. Cuộc tham quan. À, Cuộc tham excursia. quan. À, cuộc tham quan đi đâu? Excursia v Novgorod, cuộc tham quan đi đến thành phố Novgorod đấy. Excursia v Novosibirsk, một cuộc tham quan ở thành phố Novosibirsk Novosibirsk. đấy. Novosibirsk đấy. Будет очень интересно. Excursia будет очень интересно đấy. Cuộc tham quan sẽ rất là thú vị đấy. Thú vị. Thú vị. Я уверен đấy. À, cậu này nói là gì nào? Я Có уверен, đời. tôi tin tưởng rằng đấy. Я уверен là tôi tin tưởng rằng đấy. Tôi Я tin tưởng. уверен, я уже видел программу. Tôi tin tưởng về điều đó đấy. Tôi tự tin về điều đó đấy, tin tưởng về điều đó đấy. Я уже видел программу, tôi đã nhìn thấy cái gì đây? Программа là gì? Là chương trình đấy. Là sao nhỉ? Programa, programa là chương trình. Program Đã, programa, đã. chương trình. Là chương trình đấy. Programa là chương trình. Ну вот. Это значит, человек уже видел программу, и он уверен, что экскурсия будет очень интересной, да? Так. Хорошо. А, Да. человек, ты согласен, согласен. Он согласен. Согласен Согласен. là đồng ý, да? Согласен. Ví dụ đồng ý với cậu, đồng ý với em. Đồng ý với em chẳng hạn thì người sẽ nói Я согласен с тобой. С тобой đấy. Я согласен с тобой. Là tôi đồng ý với cậu đấy. Đó. Đấy. Ну вот. Да. Ну вот, теперь что? А глаголы писать, написать. Когда пишут, Катя Ôi trời писала ơi, письмо. sao máy nó cứ kêu. Kêu gì? Kêu như nào? Cô ấy viết thư. Katia писала письмо. Да. Писала là gì? Có nghĩa là cô ấy viết thư thôi đúng không? Nhưng viết xong chưa? Cô đã thư chưa Viết ạ? chưa viết xong đấy. Dạ. Thế còn nếu nó Anna Pisala thì là gì? Anna Cô đã viết Pisala. xong thư rồi. À, đây là viết xong rồi đấy. Napisala thì là viết xong rồi đấy. Vậy thì đây là động từ thể hoàn thành đấy, người ta gọi là động từ thể hoàn thành. Совершенный вид đấy. Это не совершенный вид đấy. Ну Да. вот, посмотри. Иван читал журнал, да? Он читал журнал. А вот тут он прочитал журнал, да? А он прочитал, là đọc xong rồi, да? Đọc xong rồi, anh ta mới gấp, gấp cái quyển này lại, да? Ирина готовила обед, да? Ирина готовила обед. Да. Готовила обед. Là cô ấy nấu ăn, да? А тут она приготовила. Приготовила, да? Đến đây thì Cô là ấy đã nấu xong cô ấy rồi. đã nấu xong rồi đấy thì là приготовила. Ну вот почитай вот этот диалог. Том, опять про тебя, да? Том, Mày đã làm gì вчера vào tối hôm qua? я учил, я Con учил, да? đã học học từ từ mới. Ты выучил все слова? Да, все. Mày đã học xong hết từ rồi à? Vâng, con đã học xong rồi. Да, все выучил, да? Все выучил. Cái động từ đấy là gì? Выучить, да? Выучить. Да. Có nghĩa là học xong rồi, да?
học xong rồi. Học xong rồi là dùng động từ thể hoàn thành đấy, vui của chị. Được. Так. Рамон, ты будешь обедать? Спасибо, я уже пообедал. Okay. Пообедал. Рамон, он ăn trưa rồi à? Уже пообедал, да? Ты будешь обедать? Cậu có ăn không? Cậu có ăn trưa không đấy? Я уже пообедал. Ты да ăn rồi đấy. Так. Yeah. Ирина, что ты делала в воскресенье? Ирина, ngày mày sẽ làm gì vào chủ nhật? À, vào chủ nhật. Я гуляла в парке. Гуляла Tôi... в парке. Đi dạo chơi ở ở đâu đấy? Công viên. Công viên. Звонила в Варшаву. Звонила в Варшаву. Là gọi điện đi đâu? Gọi điện đến Warsaw. Warsaw. Đấy, Warsaw. À. Được. Warsaw là thủ đô của nước nào? Tôi không biết. À, thủ đô của Ba Lan đấy. Warsaw. Warsaw là thủ đô của Ba Lan đấy. Đấy. Y vừa làm bài tập về nhà. И делала домашнее задание, да? Да. И делала домашнее задание, Валамбайта Виня. Ты сделала все домашнее задание? Да. Сделала? Сделала ли ты? Да, лам сам чё, да? Да, лам сам чё. Ты сделала? Да. Khi nói сделала, có nghĩa là đã làm xong chưa? À, она, что она рассказывала? Я выучила. Выучила. Tao đã học xong hết từ mới. Tao đã học xong hết từ. Да. Và viết. Написала упражнение. Và viết bài tập. Làm. Viết bài tập. Nhưng. Но не прочитала. Nhưng không đọc. Không đọc bài. Chưa đọc hết. Chưa đọc hết. Đấy. Chưa đọc hết. Tôi chưa đọc hết. Đã không. Đã không có thời gian. À, не было времени, да? À, упражнение написала, да? Làm xong bài tập chưa? Написала. Làm xong rồi ạ. À, написала, làm xong rồi, да? Выучила слова, là đã học xong từ chưa? Xong rồi, thầy ơi. Xong rồi, да? À, текст еще не прочитала, да? Не прочитала, là да. Chưa đọc hết bài đọc, đấy. Như vậy thì trong trường hợp như thế là gì? Sử dụng động từ thể hoàn thành, đấy. Sử dụng động từ thể hoàn thành. Ну вот. Хорошо. À, như vậy đây chúng ta thấy là gì đây? Tóm. Читал книги. Читал книги. Là đọc sách. Каждый день. Каждый день là gì? Thường xuyên ngày đấy. Nào? Đấy. Thế còn những cái mà dưới này nó chỉ đây. À, những cái từ này уже, наконец đấy. À, và ra, ra 2 часа, ra 3 часа. Thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng động từ thể hoàn thành. Прочитал, купил, получил, показал đấy. Đó là những động từ thể hoàn thành đấy. Động từ thể chưa hoàn thành của động từ показал là gì? Показать là thể hoàn thành. Thể chưa hoàn thành là gì? Показал. Так, хорошо. À, thử làm bài tập này thì sẽ rõ này. Đấy, nói như thế nó khó luôn. Lý thuyết nó khó. Ирина, почему ты не пьешь кофе? Я уже. Ирина. Рамон, почему ты не пишешь упражнения? Ну вот. Câu 1 nè, xem mẫu câu nè. Tom, почему ты не читаешь текст? Я уже прочитал его. Я уже прочитал его. Vậy thì câu này. Ирина, почему ты не пьешь кофе? Потому что... Tại sao cậu không uống cà phê? Потому что... Я уже... Не пью. Я уже выпил его, да? Я уже выпил. Да. Я уже выпила его, да? Ирина Лаконгайвеля выпила его, да?
Рамон, почему ты не пишешь упражнение? Потому что Я уже. я уже не написала. Нет, я уже написал, да? Я уже написал его, да? Рамон уже написал его, да? Почему Сирпа не делает домашнее задание? Потому что она уже приняла. Она уже сделала, да? Сделала, да? Она уже сделала его, да? Ты думал, ты сделать, да? Думал? Ты сделать, всем потом ты сделать, да, Сделала. да, ты сделать, вот, 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 смотри. Сделать, да? Сделать. Она уже сделала его, да? Да, лам сам зой, да? Она уже сделала его, да? А почему Хусейн не покупает газеты? Почему Хусейн не покупает газеты? Потому что Потому что он... не покупал. Потому что он уже купил его, да? Покупать, купить, да? Он почему он не покупает? Потому что он уже купил, да? Покупать, покупить. Он уже купил. Музой, да? Музой. Почему Иван Петрович не обедает? Потому что он уже обедал. Пообедал, да? Он уже пообедал, да? Обедать, пообедал. Обедать, пообедать, да? Пообедать, да? Пообедать, да? Пообедать, да? Том, почему ты не показываешь фотографии? Почему ты не показываешь фотографии? Потому что Потому я что уже уже сказывал. показал, да? Показать, показывать, показать, да? Показывать, надо, Показал. показывать, показывать, показал, потому что ты уже показал, да? Так, Да. ну все, вот видишь, тут еще. Рамон еще не читал этот рассказ. Он обязательно должен прочитать его, да? Должен, надо знать, да? А, gì? Рамон chưa đọc câu chuyện này và cậu ta dứt khoát phải đọc xong cái câu chuyện này đấy. Sirpa еще не звонила в Хельсинки. Sirpa còn chưa gọi điện về Helsinki. À, chúng ta phải nói như nào? Она должна, она обязательно. Почему ты не позвонит в Хельсинки? Она обязательно должна позвонить в Хельсинки. Да? Сирпа еще не звонила, она должна обязательно позвонить в Хельсинки. Да? Окей, Да. нào. Сирпа еще chưa gọi điện. Và cô ấy nhất định sẽ phải gọi điện, sẽ phải gọi điện về Helsinki. Хорошо. Клаус еще не брал книги в библиотеке. Клаус еще не брал книги в библиотеке. Он обязательно должен. Он обязательно должен взять, да? Попрал Не брать, а взять, да? попрать Взять. его. Phải là взять. Động từ взять, да? Он должен, Взять. обязательно должен взять, да? Взять. Взять, да? Да. Phải sử dụng động từ взять, bởi vì sao? Đó là động từ thể hoàn thành, да? А, Том еще не платил за билеты в театр. Том еще не платил за билеты в театр. Но. Да. Том еще не платил за билеты в театр. Почему? Он обязательно Он обязательно должен должен платить это платить билет в театр. Заплатить, да? Он должен обязательно заплатить билет в театр, да?
билет в театр. За билет в театр, да? Он должен обязательно заплатить за билет. Хусейн сегодня еще не завтракал. Хусейн сегодня еще не завтракал. Он должен обязательно... Он должен обязательно... Вот. Позавтракать. До. Вот. Позавтракать. Позавтракать, да? А, должен обязательно позавтракать, да? Позавтракать. Ла, хай сызурал ты. Позавтракать, да? Да. О, так. Мы еще не готовили ужин. Мы еще не готовили мы... ужин. Готовили. Мы обязательно должны. Должны. Мы должны приготовить. Приготовить. Ужин. Ужин. Ужин, да? Мы должны приготовить ужин, да? Да? Так. Ирина еще не пила сегодня лекарства. Она еще не пила сегодня лекарства. Ну? Она еще не пила сегодня лекарства. Она обязательно должна. Ну, пить это нельзя. Выпить. Да? Она должна обязательно выпить его. Да? Лекарство. Да? Они еще не делали это упражнение. Они должны сделать домашнее задание. Вот смотри. Сделать его, да? Ну. Да. Мама дала молоко? Да. Мама тебе кормит постоянно, да? Да. Да, как на убой, да? Да. Сейчас, да. Сейчас я надо молоко. А, надо молоко. Время пить, да? Да. Смотрю, 3 часа молоко. И когда кушать? 6 часов. Раз в 3 часа, да? Да. Можно ФАО. 4 раза. 4 раза. А какое время? Không có định. Когда хочется, да? Когда мама принесет, и тогда будет пить, да? Да. Все ясно. Вот. Ну, все ясно. Смотри. У нас будет это текст, но потом. В следующий раз мы будем читать. Есть новые слова. Детектив. Что такое детектив? Тан-ты. Чин-там, да? Детектив, значит, чин-там, да? Да. Детектив. Начинаться. Начинаться. Ла. Ну? Ла, чин-там. Начинаться. На линь-тин. Начинаться, ла, бат-дау. 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 Кончаться. Кончаться. Không biết ạ. Кончаться, ла, kết thúc, да? Kết thúc. Sao không phải закончить? А, закончить. Кончаться. Кончаться, да. Вставать. Вставать знаешь, да? Вставать знаешь. Вставать. Ла дон. Ngủ dậy, да? Ngủ dậy. Вставать. Ngủ dậy. Когда ты встаешь? Когда ты встаешь утром? Em có hôm, có lần em dậy lúc 2 giờ. 2 giờ sáng, 2 giờ chiều á? 2 giờ sáng. И что ты там будешь делать в 2 часа ночи?
Em đấy em chơi điện thoại xong rồi em một tiếp А, и тебе отдельная комната, да? да И никто не видит, что em ты встала, да? да Все ясно. Так, а ложиться? Ложиться? Что такое ложиться? ложиться Ложиться на му. Дингу. ла другой Ложиться на дингу, да? да Так, друг другой là gì? khác là khác nhau À, cái khác. khác Rat là gì? Rat. 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 rap là lần Lần. Là mừng. Mừng rỡ. Đấy. mừng Mừng. Yeah, rat. Người ta nói yeah, rat là tôi mừng. Tôi rất vui mừng. Đấy. Vui mừng. được Yeah, rat. Tôi rất vui mừng. Đấy. À. giờ rap Ustal là gì? Ustal. đã mệt À, sao là mệt mỏi, mệt là mỏi đã đấy. mệt Là mệt mỏi. Хорошо. Nên lần sau chúng ta sẽ đọc cái bài này nhé. Đấy. Đọc cái bài rồi này để tìm xem có từ gì chúng ta chưa biết đấy. Đấy. vâng À, vâng тебе учить таким образом, что надо читать много-много и найти, что ты не знаешь. Да? да А ты много ôi чего не giời знаешь. Да? Много? ơi Много? да rồi Ну, ничего. ôi Много. giời ơi sao cái chép gì mà nhiều thế Nhiều, cứ đọc từng chữ một sẽ hết. Đấy. Đấy. Хорошо. Так, ну весело с тобой учиться. Да? Да. Так. А тебе нравится со мной учиться? Со мной là sao? Со мной là gì? Со мной là Со gì? мной. Không, em không biết. À, em có, em, thì giáo hỏi Ấy. có Có. con tí học không Có hỏi có con tí học chứ. không không Dạ không còn không tí học thì để con cho đi chơi cho đi ngủ à, cái đấy là bó tay đây gọi là đây là báo thức đấy hả báo thức hết giờ đấy hả đấy cứ đến 3:10 là nó báo nó báo hết tức là hết giờ đấy à, ý nói là ví dụ như dạ là em học như thế là hết giờ đấy đúng không đấy giờ ý lấy chưa của rất chìm chỉ biết bút gì Я не знаю. à для того чтобы потом знать когда урок закончился да Да. ну ладно я мучить тебя не буду иди отдыхай пока пока до свидания А, Thầy ơi. Ừ. Sao cái video tiếng Nga lớp 6 vẫn chưa có vậy ạ? Ừ, chứ có bởi vì là bạn chỉ học có à, 2 buổi 1 tuần thôi. Đấy. Em tưởng 246 chứ. Không. Bạn chỉ học thứ 2 thứ 4 thôi. Thế còn ngoài ra thì Ôi bạn học giời tiếng ơi. à, ngoài ra bạn học tiếng Anh. Ôi giời ơi. Thế thôi nha em chào thầy. À, là đã vậy Đất thầy. gì đời До nhé. свидания. Пока-пока.